Всем привет! Чудо-Китай, Чудо-Китай, вот такой у нас Чудо-Китай, без трек-номера снова посылка, не знаю, что здесь находится, забрал на почте, проходил мимо, вот такая вот штука у меня появилась, трек-номер такой вот никакой, то есть ничего не понятно, но в Украину дошло уже, слава богу, посылка вообще маленькая, небольшая, что-то мягкое внутри здесь, не знаю что, давайте быстренько посмотрим. И на этом закончим. Так, открыть, чтобы не порезать. Не знаю, что здесь может быть. Без трек-номеров, конечно, плохо. Все посылки в основном сейчас приходят без трек-номеров. Отправляют, точнее, отслеживать невозможно и ждать. Ну, наверное, по рулону мне тут напали. И все на этом закончилось, да? Так, больше ничего нет. Так, нет. Нет, дошло все-таки, ребята, дошло. Вот такая штучка безделушка, но тем не менее она стоила всего 0,7, по-моему, долларов. 0,7 доллара, это такая вот сова с камешками на шею. Покупал я ее, я вспоминаю, покупал в групповых покупках, она висела. То есть, ну, такая вот смешная цена была. Есть какой-то даже сайт у них, вот, eachbuyer.com. То есть, ну, на саму ссылочку я положу, конечно, под описание видео на сам этот товар. Так, хотелось бы открыть и не порвать ремешочек вот этот у нас, вот эту цепочку. Ну, хочу вам сказать, что за такие деньги это очень крутая штука. То есть, ну, по весу, в принципе, устраивает. По весу устраивает. Глаза все на месте, все камешки на месте. Так, фокусируйся. Вот такая вот штука. Сзади выглядит вот так. Длинная цепочка. Давайте вот эту штуку я уберу. Здесь даже вот есть какая-то гравировка. Fashion. Не могу прочитать, ладно, неважно. Так, вот так. Вот так, и померяем. И померяем, сколько это все у нас в длину. Так, 30 сантиметров, ну, 35 сантиметров где-то в длину. То есть, сами уже смотрите. Ну, в принципе, я думаю, тут с головой хватит одеть на любую голову эту штуку. Ну вот такая вот прикольная совушка. Чик-чик, давай. Давайте фокус. Фокус-покус. Вот. Ну, выполнено качественно. Камешки блестят. На шее повесить, в принципе, будет очень прикольно, интересно, красиво. То есть, ну, камешки по цвету подходят все одинаково, я так понимаю, это неплохой такой материальчик, который не будет лущиться. Ну вот, сами видите, в принципе, тут более детально уже я его вам и не покажу, сами смотрите. Ну, в принципе, это неплохо, в принципе, неплохо выглядит. Застежки на цепочке нет. Вот так вот вам еще покажу. Застежки на цепочке нет, но прикольная такая сова с таким носом. Думаю, не помешает за такую цену, если, конечно, она сейчас так стоит. И либо есть еще вообще продажи. Ну, я доволен, в принципе, такой покупкой. Подарю, конечно, кому-нибудь из женского пола. То есть, ну, все, в принципе, ребята. Вот такая вот у нас сегодня не спящая сова от Чуда Китая. Всем спасибо. Если что-то интересно или что-то непонятно, то спрашивайте. Всегда отвечу. На этом буду прощаться. Ссылку постараюсь положить под описание. Сова с нами. Все, на этом всем спасибо. Всем пока.